Да. 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 Да, нужен. Нужен. Да. Да, нужен. Да, нужен. Да, нужен. Да, очень. Конечно, нужен. Да. Да, нужен. Да, наверное. В Астане очень нужен скейт-парк. Нужен? Да, нужен. Конечно. Наверное, да. Да, нужен. Конечно. Конечно, нужен скейт-парк. Конечно, нужен. Да, конечно. Думаю, да. Это очень интересно. Конечно, нужен. В Астане нужен скейт-парк. Всем нужен. Да. Да, нужен. Да. Нужен. Конечно, нужен. Думаю, да. Да. Да? Да, нужен. Да. Конечно, нужен. Конечно. Да. Да. Конечно. Конечно, нужен. Астане нужен скейт-парк? Скейт-парк. Нужен скейт-парк? Скейт-парк. Да. Астане нужен скейт-парк? Конечно, нужен. Да, 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 да. И побольше, и получше, и меня научить, чтобы на нем кататься. Да, конечно, нужен. Астане нужен скейт-парк. Очень нужен скейт-парк. Нужен ли Астане скейт-парк? На мой взгляд, Астане очень нужен скейт-парк, потому что катаемся, где найдем, это никуда не годится. Чтобы кататься. Астана как культурная столица Казахстана должна обязательно иметь скейт-парк. Скейт-парк будет способствовать развитию спорта и это просто весело. Идем, чтобы кататься. Ну, чтобы было место, где покатать нормально. А что, нет места, где покататься? Хороших нет мест. Мест не так уж много, где можно покататься на скейте. Потому что не нужно будет искать всякие места, а мы можно, будем знать, куда идти, чтобы кататься. Думаю, надо, чтобы дети учились кататься на скейтбордах. Интересно, развлекаются дети, учатся кататься. Ну, чтобы скейтбординг развивался в Астане, чтобы скейтерам было удобнее катать. Чтобы кататься? Когда катаешься, нужно какое-то разнообразие, а не всегда только тут кататься. День, чтобы кататься в нем, провести какое-то время. Для катания скейтбордингу, чтобы мы не портили памятники. Где? Да, нужен скейтбординг. А для чего? Ну, для развития вот таких вот молодых людей. Чтобы развитие шло. Чтобы мы могли кататься, доставляли себе удовольствие от этого. Чтобы кататься. Для того, чтобы все вместе собираться, а так мы катаемся в разных местах по спотам и тяжело связаться с кем-либо. А так мы будем кататься в одном месте и будет какое-то разнообразие катания, не только ступени и флэт грани. Там будут еще рампы и кикеры. Это будет намного интереснее, чем просто катание. Это поспособствует развитию урбан-культуры. Ну, чтобы подросткам было заняться чем-нибудь. Чтобы мы могли спокойно катать, чтобы никто нам не мешал. Чтобы развивать экстремальный спорт. Чтобы дети не кололись, не били, занимались спортом. Для того, чтобы молодежь развивалась, для того, чтобы у молодежи был выбор, чем заниматься. Еще один толчок развития культуры. И я надеюсь, что ребятам будет где вместе собираться, вместе развивать спорт и поддерживать свое здоровье. Ну и в общем, это же здорово, скейт. Yeah.